Знаете, немецкий народ вам не враг.1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику Блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Оружие на столе, товарищ? Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку к огневому рубежу. Готовы? Стреляйте по посуде. Представьте, что это враг. Советую целиться котлом.
наши бойцы! Если бы там были немцы, они бы нас 10 раз уже прикончили! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Теперь иди сюда и ударь по мишени прикладом. Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранаты. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват? Теперь бросайте картошку в мишени. Очень хорошо! Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный. Вот! Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon im Südostsektor. Мимо нашей линии обороны, на юго-восток. Sie werden von Kettenfahrzeugen und Artillerie unterstützt. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны. Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Огонь! Коммунисты! Огонь! Давай!
думал, нас тут просто учат. Помни, быстрее всего учишься в настоящем сражении.